Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! В канун праздника Нового года и Рождества хочу рассказать вам сказку про тигренка игрушечного и цыпленочка. Вот такого цыпленка. Сказку начинаем про тигреночка и цыпленочка. В одной квартире жил тигренок. Да, он жил в самой обычной квартире. Ведь тигренок был игрушечный. Игрушечный, но такой хорошенький, мягкий, с гладкой шерсткой, симпатичный, весь рыжий, с черными полосами и белой грудкой, как настоящий живой тигренок. Его подарили совсем недавно хозяину этой квартиры, как символ года. И хотя хозяин был человек уже давно взрослый, но тигренок ему сразу понравился, и он любил его гладить, как котенка, взяв на колени, сидя в кресле у телевизора. Такой гладенький. Новый год уже наступил, но праздничные дни еще не закончились. В доме у окна еще стояла и моргала нарядная елка. А за окном целый день сегодня шел крупный снег. И вот уже стало темнеть, а снег все падал и падал, образовав на подоконнике целый сугроб. Тигренок весь сегодняшний день смотрел в окно. Сидя в кресле, там, где его оставили. А что ему еще оставалось делать? Ведь сам он не мог шевелиться. И ждал хозяина. Ну а чтобы не было скучно, тигренок наблюдал за снежинками и представлял, как он бегает и ловит своими лапками эти белые красивые хлопья. Вот уже совсем стемнело, а хозяина все не было. А комната вся переливалась разноцветными огоньками, и казалось, вот-вот произойдет чудо. Вдруг что-то треснуло, разбилось и запищало. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Тигренок не испугался, ведь он же тигренок, но удивился, что это? Писк повторился. И вдруг из-под елки, а вернее, из-под батареи. За ёлкой батарея. Появился маленький цыпленок, который бегал и пищал. Если бы тигренок был настоящий,
Он, конечно, бы схватил этого цыпленка своими цепкими лапками. Но наш тигренок был очень добрый. Откуда ты? Откуда ты? Только спросил тигренок. Ведь игрушки могут разговаривать, когда нет рядом людей. Цыпленок остановился, испуганно посмотрел вверх на кресло, где сидит тигренок, и очень тоненьким и пескливым голоском ответил. Не знаю. Я еще ничего не знаю. Я даже не знаю, кто я. Ты цыпленок, дружелюбно подсказал тигренок. Ведь хотя тигренок был игрушечный, но многое знал, потому что когда он был в магазине, рядом с ним на полке было много разных игрушек. Там были и медведи, и зайчики, и собаки, и котики, и лошадки, и, конечно, цыплята. Некоторые из них даже умели издавать такие же звуки. Пи-пи-пи-пи-пи. Цыпленок? Цыпок? Пытался повторить цыпленок. Как трудно меня зовут, расстроился он. А хочешь, я буду звать тебя Пипи? Да, это легко. А ты кто? А я тигренок. Я даже умею рычать. Только об этом никто не знает. Вот так. И у меня есть своя новогодняя песенка. Ведь меня подарили на Новый год. И тигренок весело запел свою песенку. Я тигренок, не котенок. Я рычать могу с пеленок. Я спляшу вам и спою. Ведь я Новый год люблю. Много снега, много елок, и деревья все в уборах. Шубку я лишь отряхну. И опять на праздник к вам махну. Лапку подниму свою и опять вам пропою. Я тигренок, не котенок, я рычать могу с пеленок, я спешу вам и спою, ведь я Новый год люблю. Моя песенка простая, пусть ее теперь все знают, я для всех ее пою и на Новый год дарю. Вот так. Какая веселая песенка, какой ты хороший. А можно я буду звать тебя Ры? Спросил цыпленок. А что, мне нравится это имя. Только не Ры, а хотя бы Ры. Я попробую. Ры, Ры, Ры. Ну хорошо, зови меня Ры, согласился тигренок. Ведь он был очень добрый. Ры, а где это я? И знаешь ли ты, откуда я? И почему я один? Мне страшно. Страшно. Ты сейчас в квартире, где всегда тепло и уютно. И ты уже не один, у тебя есть я. Прыгай ко мне на кресло или прилетай, ведь у тебя есть крылышки.
вместе нам будет веселей, и тебе не будет страшно. Но я не могу, ведь я маленький, и крылышки у меня тоже маленькие. Лучше ты прыгни ко мне, ведь ты большой, ответил Пипи. И я не могу, я игрушечный тигренок и не могу двигаться. Меня подарили хозяину недавно. Он хороший, любит меня, гладит, только всегда занят. А его мама всегда суетится, все роняет и все забывает. Так, наверное, она забыла одно яйцо, которое выкатилось у нее из сумки и закатилось за батарею. Вот из этого яйца неожиданно для всех ты и вылупился. Значит, никто меня не ждал? А что же со мной теперь будет дальше? Ну, вероятно, ты вырастешь и станешь петухом или курочкой, таким же большим, как другие курочки и петушки. А вот таким же большим и красивым полосатым, как ты, спросил цыпленок. Нет, полосатым ты точно не будешь, но зато у тебя вырастут крылья, и ты сможешь летать. Как это прекрасно уметь летать! А дальше, когда я вырасту, что со мной будет? Не унимался цыпленок. Ну, дальше, наверное, из тебя сварят суп или пожарят и подадут на красивом блюде к праздничному столу, совершенно не подумав, сказал тигренок. Не хочу, запищал цыпленок и быстро забегал и начал пищать и пищать. Не хочу, чтобы меня съели. Цыпленок быстро забегал, запищал вокруг кресла, где сидел тигренок. От этого писка у тигренка даже заложило уши. Громко рыкнул тигренок. Цыпленок остановился и задрожал, как будто его прямо сейчас хотят съесть. Ты только вылупился, и уже столько вопросов. И потом, это произойдет очень нескоро, и у нас еще много времени поиграть и поболтать. Как можно спокойнее и ободряюще сказал тигренок. Ведь он пожалел, что рассказал цыпленку о его будущем, и теперь пытался его успокоить. Цыпленок перестал дрожать. Но вид у него был очень грустный, жалкий, и он пропищал. «Я не хочу, чтобы меня ели. Я хочу, чтобы меня тоже любили и гладили. Я хочу быть игрушкой, как ты». «Но тогда ты не сможешь двигаться и не сможешь пищать, клевать и многое другое». «А я не хочу, чтобы меня ели», – тихо засхлипывал Пипи. Тигренку так жаль стало своего нового друга, что он сам чуть не заплакал. Но тут он вспомнил разговор людей и сказал: «Я слышал, что сейчас наступило время чудес. Можно загадывать желания, и они сбудутся. Посмотри, как сверкает новогодняя елка. Может, она исполнит наши желания? А разве у тебя есть какое-то желание? Ведь у тебя, тебя и так любит твой хозяин», – удивился цыпленок. «Какой ты бесстрашный. А я бы хотел отправиться в путешествие вместе с хозяином, туда, где живут настоящие тигры».
Какой ты бесстрашный! Это не для меня. Я бы хотел сидеть в этом кресле, и чтобы меня любили и гладили. А спой мне еще, пожалуйста, свою песенку. Тигренок запел. Я тигренок, не котенок, я рычать могу с пеленок. Я спляшу вам и спою, ведь я Новый год люблю. Я тоже хочу петь с тобой песенку, но я же не тигренок. А мог бы ты мне сочинить песенку про меня? Ведь я родился в это время и тоже люблю Новый год. Хоть маленькую песенку, попросил цыпленок Пипи. Я попробую, сказал тигренок. Вот послушай. Я цыпленок, и со мной дружит тигренок. Я с ним песенку пою, ведь я Новый год люблю. А можно так, пропищал цыпленок, пи-пи-пи, я пропою, ведь я Новый год люблю. И я Новый год люблю. Услышали вдруг тигренок и цыпленок чей-то голос. Они посмотрели в ту сторону и увидели, что елочка им улыбается и напевает мелодию этой же песенки, моргая в такт своими огоньками. Елочка! Удивленно и радостно закричали тигренок и цыпленок. Елочка, какая ты нарядная, красивая, чудесная. Очень прошу, исполни наши желания. Сразу запищал цыпленок. Пожалуйста, соверши для нас чудо, добавил тигренок. Я очень хочу вам помочь, сказала елочка. Ведь мне так нравится ваша песенка, и я тоже люблю Новый год. Но чудеса совершаю не я, а Дед Мороз. Скоро он должен прийти, ведь он делает обход всех новогодних елок. И я обязательно передам ему вашу просьбу. А в это время как раз мимо окон проходил Дедушка Мороз. Услышал он о просьбе елочки и тигренка и цыпленка. Взял свою волшебную палочку, коснулся их. И произошло чудо. И цыпленок превратился в игрушечного цыпленочка. Вскоре в комнате появились люди. Это хозяин тигренка пришел со своей мамой. «Ах, какая лужа!» – сказала мама. «Я чуть не упала. Сынок, осторожно, здесь скользко. Кто-то открыл форточку, и снег налетел. Мама, ты сама, наверное, забыла закрыть ее. Кто же еще мог ее открыть?» – сказал спокойно молодой человек, который только что вместе с мамой вернулся из гостей. Этот молодой человек и был хозяином тигренка. Возможно,
согласилась мама. Я стала такой забывчивой. И тут, заглянув в кресло, она восторженно увидела. Ой, какое чудо! Что там? Удивился сын, подходя к креслу. Откуда этот маленький, замечательный цыпленок? Сказала мама. Она стала ласково гладить его. Цыпленку это очень нравилось. И вот избылось его желание. А может, тебе подарил кто-то из гостей, как мне, тигренка? Мне мой тигренок очень нравится. И взяв на руки тигренка, он стал его гладить. А когда ты уедешь в эту опасную экспедицию по тайге, мы вместе с тигренком будем ждать тебя дома, сказала мама. Нет, мама, эта экспедиция совсем не опасная, а интересная. И этого игрушечного тигренка я возьму с собой. Пусть увидит, где живут настоящие тигры. Я думаю, сам новогодний тигренок тоже этого хочет. Улыбаясь, сказал молодой человек. И сняв со стены гитару, молодой человек стал подбирать новую мелодию и неожиданно запел. Я вам песенку спою, ведь я Новый год люблю. А тигренок уже сидел в большой дорожной сумке, удивляясь, откуда его хозяин знает эту песенку и с удовольствием подпевал. И я Новый год люблю. Ведь у тигренка сбылось заветное желание, потому что в новогодние праздники сбываются желания. Это время настоящих чудес. Верьте в чудеса, и оно сбудется. До новой сказки, ребята. Всем желаю чудесных праздников. Верьте в чудеса, и чудеса происходят в нашей жизни.